А, на выходные работает опять. У нее как раз... Она мне подбросила это. Она хотела, да, но у нее на эти выходные рабочие дни вылетают, выезжают. И как и в случае с зажигалкой и посланием на зеркале. Она сводит меня с ума. Не специально, не переживай, Зимя. Да это что, блин, что я делаю не так? У нас есть более важные вещи. Это кто-то жалобы кидает. Бабушка, пошли. Какая-то сволочь. Сеньориты, у инспектора Коеваса важные новости. Мне нужно срочно поговорить с вами. Особенно наедине. Потому что Лидия может остаться. Мы подруги, я ей доверяю. Хай-махай. С вами может. В чем дело? Сеньора Видаль, мы нашли тело вашего мужа. Что? Я знаю, это очень тяжело, но вы должны проехать со мной в морг на опознание. А где его нашли? У реки. После шторма его вынесло на берег. Успокойся. Не паникуй. Все хорошо. Можно с ней? Конечно. Кто такие спасибо. Жулики? Я вас довезу. А, жулики. Да, спасибо. Жулики, все будет хорошо. Слышишь? Но никто не увидит. Но никто не узнает. Лидия. Если что нужно, я рядом. Да, да, Дим, я знаю, он уже говорил так. Литвина посередине, Алишка на балконе. Куда? Может, если не готовы, подождем. Куда? Ты о чем вообще? Давайте покончим с этим. Как скажете. Сеньоры, а я при чем тут? А что сразу на балконе? Анхелис. Посмотри на балкон. Вы в порядке? На какой балкон? Зачем? Найдите на балкон подонка, зачем? Что убил моего мужа. Найдем. У меня муж подозреваемые есть? На момент официально нет. Простите. Вы выглядите знакомо. Мы не встречались? Дома у Анхелис, когда вы пришли. Азин, да, вы правы. Анхелис, зайдите ко мне. Анхелис. Навязно ничего не говори. Не нервничай. Анхелис. 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 Аравай. Прошу, садитесь. Вот это совсем другой разговор. Буквою. Сеньор, я могу чем-нибудь помочь? Ума не приложу, как это произошло. Сеньор, еще сегодня я видела намеки на то, что он жив. Что он вернется. Я не могу. Спать, блин, спать опять хочу. Хорошо, извините. Привет. Привет. Ну, потихоньку, вы как? Дело о Марио Пересе. Анхелис Видаль. Вовис, он четверг 11-е посетил дом подозреваемый. Оставил на столе зажигалку. Кузел. Пятница 12-е. Позвонил из Бильбао. Ну, сеть здесь не годится. Послание на зеркальце. Я меняю. Он положил ей в шкафчик. Это была ты. Надо менять. Вам нельзя это читать. Расследования, полицейские идут на крайние меры. Да. Анхелис, прошу. Боже мой, ты заставил меня поверить, что он жив, чтобы проверить мою причастность к этому. Прошу, Анхелис, дай объяснить. Объяснить, в чем дело. Ты за этим спал со мной.
Раз. Ради расследования. Мудила. Господи. Не, он вроде ее полюбил. Ахлес, Анхелес, стой. Вален. Я думала, ты не такой. Вот Вален еще пришел. Ой-ой-ой. Чего уставились? Заняться нечем. Я пошла. В чем дело? Не я одна соблазняла ради информации. Нам нельзя медлить. Надо встретиться со свидетелем. Си, по фавор. Да, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, медсестра. Я Аделаида Караскоса. Я бывшая пациентка доктора Ланголи. Хочу послать ему подарок за проделанную работу, но не знаю адреса. Хорошо. Можете сообщить его? Благодарю. Да, готова. Улица Пуэнте Бахо. 16. Пуэнте Бахо. Отлично, спасибо вам. На какой улице живете? Я живу на улице Пуэнте Бахо. Марка, Марка. Марка. Ну как оно? Как дела? Да вроде хорошо. Хорошо, что ты сделали пораньше. Марка, стой. Точно. Он должен быть в покое. Так что не подходи. Ладно. Скоро я буду готов выполнить свой долг. Теперь моя очередь. Поскольку банкет будет на озере рядом с церковью, может, мы найдем отель? Не подходи. Идея отличная, но не забывай о Доне Фермине. Ладно. Дона Лола, как дела у вас? Как нужно жить? Постараться впечатлить священника. Стара. Ты прав. Пригласим его слишком на ужин. Стара для всего этого дерьма. Давай сразу после презентации. Хорошая идея, но суп как-то. Мы останемся до утра, я останусь с тобой. Будешь указывать ей, что готовить? Вален там, блин, напиться, песни сочиняет. К священнику нужно подать лучше, я с твоей. До утра где-то останемся. Как я спать сейчас пойду. Тогда позаботься о вине и позвони Фермину. Не надо. Точно. Завтра в 10. Ладно. Ой, мечтает, давай, всякая мечтает. Вален тут, блин, по ночам мне звонит. Там уже проснулся, у него утро. Что вам нужно? Зато мне звонит вообще. Извините. Но если сын получает хорошие оценки, я его привожу сюда. Он отличник. Тогда, милый. Хотите что-нибудь? Ромашковый чай? Кирикаликон. Временной бренди, пожалуйста. Мне испанский нравится. Павел Васильевич, понимаете, я попала в неприятную ситуацию. Павло. Посмотрите. Хулио. Сейчас откуда умоетесь и порядок? Я не об этом. Я об его отце. Кто он? Пусть сам вам расскажет. Слушай, Фаид, сынок, расскажи отцу Фермину, кто твой папа. Пабло Сантос Вильянуэва родился в Вальядолиде. Все, хватит, достаточно. Пабло Сантос, но он же... Оставьте все. Да, тот самый, что хочет жениться на другой вашей церкви. Вы не ослышались. Мы поженились 6 лет назад. В деревушке Вальядолида. Но когда родился сын... Привет, Паблито. Лучше Паблито застроит невинность. Он всегда так, отец. Я также обманулась, и он намеревается обмануть всех с этой свадьбой. Позвоню в церковь сейчас же. Негодяй получит, что заслужил. Возьмите, отец, свидетельство о браке. Ведь нечестивец будет все отрицать. Послушайте, правда всегда восторжествует. Я думаю, слушай, когда священник вернется, помоги мне. Веди себя так, будто я твоя мама. Тогда давай добавки. Невероятно. Комарель. Официантка. 2 кренделя. Добро для мальчика. Проверил связь с коммутатором? Но никто. Знаете, вот хорошо не красится, не да? Ай, как это не пришел? Что, до сих пор? Вот люблю лето, у меня лицо загорает, у меня не видны будут вот эти вот синячки. Я ничего не делаю, брови только сама покрашу. Ресницы покрашу. Кое-что не сходится. Все. Что именно? Там стеки, это легко исправить. Пойду, выпью кофе. Вот и готово. Нет, тебе его принесут. О, скоро час будет, ура! Мы отстаем, немедли. Скоро час будет, ура! Хорошо. Извини, Карлос, но я обещал, что все сделаю. Мне плевать, что ты делаешь вне работы, но не рискуй проектом. Это важно. Многое на кону. Вы пробовали серебро на зубок? Ну, тогда за работу. Ты не выспался, сложно будет.
Альберто, ты отвечаешь за проект. Присматривай за ним. Последний шанс. Можно. Серебро можно. Паблито, и что ты замолчал? Очень, да. Я люблю есть эту цепочку вот так вот в рот засовывать. И волосы свои. Когда я делаю здесь косичку вот так. Ну, некоторые видели на днях. На всякую гордость. А что? Инженер сказал, что у них кончился бензин. Всякую гордость, что? Сеньор Сифуантес, что-то нужно? Где Анхелес Видаль? И вот так вот, когда косичка здесь висит. Откуда? Что-то произошло? Да, я волосы тоже так делала. Ничего не галось. Ну... Просто сейчас неудобно. Вот когда косичка так делала, я вот прям ела. Так вот, на берегу нашли тело. На днях в эфире так ела, сидела. Мужа Анхелес. Так что... Что? Мои привычки с детства. Не может быть. Боже, Карлотта!